Привет, друзья. Смотрите, какие классные бутылочки и коробочки. А how much this? This one, how much? It's before. Uh-huh. Сейчас распродажа. Кстати, новый бренд Таиф Эля Марати. Before 120. Now 50%, 20%. Сейчас 136 стоит. 136. А how many milliliters? This all? Tola. Tola, 12. All this? Все эти? This Tola, all. Uh-huh. А можешь какой-то вот понюхать, рассказать? Вот, кстати, друзья, нам когда-то подали такой пробничек, и мы ищем сейчас его, его настоящее название, поскольку в пробничке названия не было. Вот такой Таиф Эля Марати, но не можем подобрать. Уже столько перемерили этих масел. Наташа пробует, все никак не может. Вот, снова находимся мы в Джимми Молли. Здесь много таких островков. Смотрите, какая красота. Вот, покажу, наверное, в шортсах это. Хиль уже показывала Эмиратам вот 2 декабря 52 года. И смотрите, какие даже вот прям тюбики, пробнички к этому дню. Вот. Шейх Заид, много видео сделали про его музей. Такой знаменитый шейх, который поделился со своим народом, и поэтому Эмираты нормально живут сейчас. А это ж какая красота. А this like Arab. I like this. Не можем найти все-таки, что за подарок нам такой дали. Same. I see same this. Он говорит, он чувствует одинаково, я ничего. Одинаковый вкус, но нет. Ну нет. Нет. Кстати, вот еще красивые бутылочки. Вы знаете, много классных вкусов, надо просто пробовать. Анна, Наташа, можешь понюхать какой-то из птичек? Not 100. Вот этот вот красивый. Рассказать нашим. Вот этот 007. Это европейский. Тут муск. Что еще? Вот из этого. Муск. Sunset. Называется муск Sunset. Sunset. Очень красивый, приятный. Вот он мне не на палец налил. Извините. Да. Прямо все в это. Очень приятный, нежный, теплый, немного цветочный, да, но приятный очень. Нет, мы когда пробовали Таиф Эля Марати, они такие недешевые. Сейчас я сказала еще цену нормальную, 136 там каждый этот. Во-первых, эта красота уже как сделана. Запах, я не знаю, вот как тебе нравится запах? Вот действительно, да, нормальный? Просто я уже столько перенюхала, пока мы пытались найти наш вкус, что у меня уже все забито. Ну вот я этот просто классный. Даже вам не расскажу сейчас, но вот как сделано, как оформлено. Это какой? Так, сейчас еще вам покажу, что мне еще нравится. Вот такие мы перепробовали давно-давно в Эляйн Молли, и нам как раз там продавец, которого мы знаем, сделал подарок. Подарил нам по вот такому вот тюбику небольшому и еще по одному прикольному спрею. Просто человек взял, подарил, мы ничего не купили. Очень красивые тоже бутылочки сделаны. Видите, коллекция здесь такая. Там дальше другая коллекция. Здесь уже подарки такие. Ут, кремы. Вот такая вот Тола. Справа я называю Тола. Это или 3, или 6, или 12 миллилитров с маслом. И вот уже парфюмчик идет. Мне еще вот эти вот нравятся. Какой-то такой, по-моему, Т14. Очень мне подошел тогда. Переключаюсь к Наташе снова. Ну, вообще, конечно, это какое-то волшебство вот такое вот. Накладывать. Summer Root. А помните, вот Summer Root, мы вам только вот рассказали, мы его в Ахмад Эль-Магрибе примеряли и нюхали. Ну, нужно подождать, пока он раскроется. А how much this? Summer Root. Ага, вот сколько. Здесь 12, да? Сейчас узнаем. Сколько миллилитров здесь? 6 миллилитров. This 6 миллилитров. Uh-huh. А, это 6, а у нас 3, значит. Uh-huh. Наш справа это 3, это пара. Now 200 дирхам. Ну, знаете, надолго хватает. Просто мажешь на предплечье, this размазываешь класс. This long lasting. Uh-huh. This. А по сравнению с Summer Wood'ом, который был в Ахмад Эль-Магрибе, разные, да? Now 20%. Да, ну сейчас вот 20%, 20-30 везде. Сейчас пойдем еще в Ахмад Эль-Магрибе. Может, что-то там посмотрим, такие распродажи, потому что, ну, день Эмиратов, день рождения у страны. А this, how much this violet? This, all three. Yeah, all three, all five. Three perfume, two oil. This, all this. Yes. Смотрите, вот все, два масла и три парфюмчика. Сколько сейчас такое будет стоить? А он сейчас со скидочкой считает. 768, а стоило 960. 700? Немножко убираю камеру, потому что там охранники тоже такие люди не очень приятные в Молли. This, ну, вот это красиво for body and for hair.
А, это мы вам уже рассказывали, для тела и для волос. Это парфюм. Body perfume. А здесь lotus musk, iris musk, rosemary musk. Это розмари, лотус и айрис, ириска. И вот такие вот. Хотя написано все это. Как их называют, толы, но на самом деле это просто масло. А это как включено, как включено дается подарок. Сладенькая, боже, какая красота. Вот кто любит парфюмы, ну, пишите, смотрите. Будет возможность, конечно же, нюхайте. Ну, просто класс. Что оно... Оп, оно еще поверни. Еще и здесь заморочились. Это название, на Тайф-эль-Эмарат. Да, Тайф-эль-Эмарат написано на арабском, арабской вязи. Но, к сожалению, нашего нет. Да, нашего мы не нашли. Ну вот такой вот уд, можно его подпаливать, и масло здесь в подарок. Но они это очень любят. Обкуривают удом одежды, выходят, пахнет, ну супер вкусно, что могу сказать. Вот, так что Наташа нюхает, мы посмотрим и, наверное, еще посмотрим в Ахмед Эль-Магрибе, что можно сходить, что можно посмотреть. Да, друзья мои, в Ахмед Эль-Магрибе не пошли, пошли померить по 30 дирхам вот в American Eagle распродажу. Мы здесь уже были, вам видео снимали, ну вот такие, это платья, я говорю, вот ночнушки какие симпатичные. Так что, да, вот, вышли погулять, и такой шопинг случился. Сейчас посмотрим, поаплодируем Наталье, лайки поставим, комменты напишем. Всем спасибо! Ну, Наташа уже вышла. Ну, говорит, красота, конечно. За 30 дирхам стоило 70 долларов. 76. А сейчас 8 долларов. Говорит, шикарно, говорит, все классно. Цвет вообще, говорит, обалденный. Это ж не черный, он серый. Да, он не черный вообще, он такой какой-то серый. Ну, красиво. Красивое платьишко. Сейчас послушаю. Ну, слушай, за такие деньги, конечно. Ну, вот есть такие в American Eagle и распродажи. Это эмочка, да? Сейчас попробуешь эльку померить. Ну, шикарно, шикарно. Вот такой манекен с жопой мешает, а так все нормально. Все, Наташа кричит, что Элечка лучше, но цвет, конечно, я больше тот нравится. О, тоже ничего, кстати. Ух ты, какая. А ну, отойди-ка подальше. Ну-ка, здесь картонку так вот засунули. Видно картонку? А ну, стоп, давай я закину этот. Закину эту штучку, а ну, давай, разворачивайся. Тоже 30, да? Я тоже стоил 260? Ага, ну 30, слушай. Ох, слушай, давай ты в зал ну, выйди, потому что здесь, если честно, под картоночками так не смоется. Ну стоп, ой, ну это вообще, слушай. За 30, за 8 долларов? Не знаю, по-моему, очень аккуратно. Не упущу, знаешь, такая опа, и куда-то забурилась. Я нашла еще. Что ты нашла еще? Черт его знает. Нижнее белье сразу, блин. Ага. И почем такое бельишко? Друзья мои, вот так вот вышли. И Таиф и Марат вам показали. И вот такие вот шикарные платьишко. Можно снизу. Это я, кстати, привет. Это просто я. А у меня очненькие такие джинсы в Макси. Кстати, Наташа, покажи мне. Давай. Вот джинсы в Макси за 30 дирхам. Оля их не снимает. Да. Распродажа в Ли-Купере джинсовка 50 дирхам. Ну, вот тоже как бы одеваюсь. О, знаешь, это... Джинсовки покупали в Киеве, это покупали в Куала-Лумпуре. Вот, так что, ну, платьишко, конечно, вау. Это ты сейчас как модно, как темы, да, такие сейчас? Сколько у вас стоит лук? Кстати, футболочка за пару долларов тоже в Центрпойнте. Что-то бедненько, тебе не кажется? Что-то бедненько, я делаю. А носочки там, может, там? Носочки какие-то. Носочки, кстати, типа как Томми Хильфигер, но подделка, понятное дело. Боже, почему понятное, не понятно? Почему тут я? Переводим на Наташу. Почему тут я? Кстати, снова-таки обращаю ваше внимание, раздевалка, офигеть, классная такая, в такой American style такой. Ну, опять-таки, заставили этими коробками и как-то, ну, ладно. То такое. Ну, платьишко, слушайте, ну... Слушай, надо брать. Офигеть. А ну дай-ка еще раз стой, дай я цену посмотрю. Посмотрю. Я сейчас это... То сейчас. Тут цвет так, красивый, но 30, это а перечеркнуто, я не знаю, что перечеркнуто. Давай сейчас. Ах, отдирать не буду, потому что отдеру, скажут женщина, вы отодрали, уже платите полную стоимость. Непонятно, я думаю, столько же стоило. 30 дирхам, народ, это же круто. Нету там цены? 30 написано, а она залеплена очень сильно. Так что сколько стоило? Давай сейчас тебе покажу. Сейчас Наталенька все разлепит. Нет, так кто-то было, вот же. Ну вот. Сейчас. Подожди, я же видела. Вот первое. А ну давай, все, увидела уже, поворачивайся. Наташа уже все находит. Не поняла. Нет? Там написано, на той вот месте написано 499 элька, но там не дирхамов написано. Не-не. Я думаю, цена вот здесь вот заклеена. Знаете, если мы возьмем, я вот сейчас вот
припишу вам в комментах, сколько оно стоило. Если мы возьмем, дома это уже дерем. Так что, ну что, оно. Такой или такой? Оно еще большое дело. Красота какая. Не знаю. Нет, синий лучше. Мне синий, ну, синий яркий. Труселяшки задавался Дирхан. Синий ярче. Тот тоже красивый. Ну, не знаю. Да, цвет вообще такой серый, насыщенный. По-богатому. Хорошо, сходили. Синенький берем. Да? Занавеси 30, да? Все, наши друзья, пишите комменты, ставьте лайки и заходите в American Eagle. Это все-таки хороший магазинчик.